розмовляємо з Романом Світаном, льотчиком-інструктором, полковником ЗСУ в запасі. Пане Романе, ми вітання вам. Привітаю, бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я вам теж. Скажіть, будь ласка, що це було? Ну, тобто, як так можна помилитися? Два вертольоти залетіли на 3 кілометри. І вони ж там не вперше літають. Вони ж точно знають, не може або літак, або вертольот помилитися, є маршрути. Есть еще больше. Дело в том, что все при полетах приграничной территории граница, госграница помечается на картах у летного состава, и летчики очень скрупулезно удерживают расстояние до госграницы, понимая, что есть некоторые еще погрешности в восприятии систем противовоздушной обороны локаторов, потому не приближаются к госгранице. Не то, что там подлетают или перелетают, а даже не приближаются. Она у них везде таким красным, и некоторое расстояние в несколько километров к ней подходить нельзя. Потому летчики, которые пересекли госграницу, они выполняли боевую задачу. То есть это была поставлена задача пересечь государственную границу. Они ее выполнили. Пара зашла, и Ми-24, Ми-8 зашли на территорию Польши. Польское ПВО видело то видео, которое есть, полета и фото вертолетов. Это не предельно малые высоты, это не 10-20 метров, где, может быть, еще ПВО не увидит. Это высота больше 30 метров, на этой высоте увидят точно ПВО. Польское, потому поляки здесь чуть скривили душой, знали они точно на подходе, тем более такого рода движения ПВО видит за километров 50 до подхода. То есть польское ПВО, натовское ПВО, оно видит внутрь Беларуси на определенные, ну вот километров 50 это точно они видят в глубину. И потому движение в сторону границы бортов однозначно отслеживалось, и за ними при подходе к границе однозначно есть контроль. Потому и польское ПВО это все видело. Я думаю, это была все-таки такая провокация, спланированная провокация для выполнения какой-то, может быть, или информационно-психологической операции, либо в чистом виде провокация для того, чтобы попробовать действия ПВО и действия натовских служб, которые прикрывают границу. Ну, дальше эти провокации, раз никакой реакции, кроме вызова посла, МИД Польши вызвал посла Белоруссии для разговора, и, скорее всего, больше никакой реакции не будет, они спустят это на тормозах, признают это пограничным инцидентом, есть такая юридическая практика. Вот такой вертолет, это Ми-24, а это Ми-8. И я на Ми-24 летал в свое время, с истребителей переучился на эту машину. Эти два вертолета они могли еще перебросить десант, и один, и другой. По отделению могли перебросить диверсионно-разведывательные группы, высадить даже в режиме висения, то есть там с метра, с полметра, это даже без парашютов. То есть могли перебросить определенное количество людей. А там в том районе ДРГ в основном, это главное разведуправление Генштаба Российской Федерации, которое, это старые игрушники, которые в ОПГ Пригожина, в ЧВК «Вагнер» находятся. То есть этих людей могли перебросить эти вертолеты. Потому здесь варианта два. Либо это была выброска десанта, переброска через границу, либо это была провокация для того, чтобы посмотреть на реакцию стран НАТО. Ну вот реакцию мы увидели. Так, ми реакцію побачили, але знаєте, є кілька таких цікавих моментів. Ви згадали про ЧВК «Вагнер», до речі, ми далі про це теж будемо говорити, тому що розуміємо, що на території Білорусі зараз десь перебувають приблизно до 10 тисяч, за різними підрахунками, вагнерівців. Але зараз питання трошки про інше. Я побачив в мережі, там, зокрема на різних телеграм-каналах, зрозуміло, що не можна перевірити джерела, але тим не менш, така думка, я таку думку зустрів, що пілотами на цих вертольотах були саме вагнерівці. Що саме їм було доручено таке завдання, бо ми знаємо, що серед вагнерівців є і льотчики в тому числі. І що саме вони керували цими вертольотами. Це може бути правдою? Возможно, да, это может быть правдой, так как любой летчик, в принципе, если у него есть допуск полетом на одном или другом борту, то он может выполнить полет на белорусских бортах
это не проблема. Потому могли быть вагнеровцы, это, допустим, как минимум 3 человека, то есть каждый, на каждом вертолете летчик, допустим, если на Ми-24, летчик, летчик-оператор, борттехник, то же самое левый, правый летчик на Ми-8 и борттехник, по 3 человека экипаж, но они могут без борттехника, кстати, были взлетать, даже по 2 летчика и летчик-оператор. То есть, по большому счету, это могли быть усеченные экипажи конкретно с ОПГ Пригожина, то есть этот летный состав. У них достаточное количество летчиков, которые идут за так называемым длинным рублем, и Су-25, и Су-24, и вертолетов, особенно Ми-24, то есть вот этих крокодилов. Тому що є така ймовірність, що Лукашенко, ну або хто віддавав наказ цим вертольотам перетнути кордон, є ймовірність, щоб країни НАТО, зокрема Польща, нанесла удар. Тобто їхнє ППО могли б збити ці два вертольоти. Могли ж збити. Да, это, кстати, легко можно было сделать. Эти вертолеты, они тихоходы, там 250 км в час всего лишь скорость, то есть шли они примерно 200-250. То есть их можно было сбить, тем более ПВО видела польская. И если бы была поставлена задача, они, конечно, их уничтожили, эти две вертушки. Тем более есть самолеты, то есть истребители. При подходе, при выходе на курс, допустим, в сторону госграницы, поляки должны были этих вертолетов, поляки должны были поднять хотя бы пару истребителей, которые постоянно бы держали это даже помимо... Але цього не було зроблено. Этого не было сделано, значит, вот есть вопросы, почему, и, ну, это уже вопросы, конечно, к НАТО, это их внутренняя кухня, они сами принимают решение. Я думаю, приняли решение именно в Пентагоне, то есть пока не сбивать, а пока посмотреть на дальнейшее. На певних білоруських, до речі, це дуже дивно, що саме на білоруських опозиційних сайтах з'явилася інформація про те, що нібито ці два вертольоти, вони були супроводжувачами Лукашенка, який відвідував свою дачу чи щось там було, яке знаходилося 7 кілометрів від кордону держави. Це дуже теж цікаво, що Лукашенка має державну дачу за 7 кілометрів від польського кордону. Ну, напевно, може навіть і мати якийсь там підземний хід одразу на польський кордон. Питання в іншому. Якщо це були вертольоти супроводження президента, самопроголошеного президента Білорусі, тим не менш, це могло б стати причиною з боку Польщі не відповідати на удар, тобто не відповідати на порушення кордону. Если это не было оговорено, то есть если перед этим ставились, ну, по крайней мере, проговаривалось и было разрешение, это можно было, конечно, сделать. Но вряд ли это было проговорено и вряд ли были запросы на пересечение границы, тем более боевыми вертолетами. Это очень сложно, практически невозможно. Теоретически возможно, но практически нет. Потому неважно, как они и по кого они там прикрывали, они точно знали, летчики точно знали, скорость у вертолетов небольшая. Они там каждый куст знают, это же не истребитель со скоростью под 1000 км в час. Это 200-250 км на довольно-таки приличной высоте, потому они точно знали, что они пересекают госграницу. Это было боевым распоряжением этой пары вертолетов. И, естественно, они его выполнили. Ну, а дальше уже смотрим на развитие событий. Скорее всего, это будет, еще раз повторюсь, признано пограничным инцидентом. Якби ці два вертольоти перетнули державний кордон України, що б з ними сталося і як швидко? Ну, скорее всего, как только они попали бы еще до границы с Украиной, если бы эти два вертолета попали в зону поражения, они были бы уничтожены на российской территории. Ну, то есть это было бы на белорусской территории. А белорусская такая же самая. То есть если бы они шли в нашу сторону и попали в радиус поражения, их бы тоже уничтожали, если было видно, что они идут в нашу сторону. Никто не стал бы навіть запрошувати якийсь додатковий наказ. А зачем? Смысла нет. Боевые действия со стороны Белоруссии по нам шли обстрелы, потому любое такое рода движение это уже агрессия. Потому они, кстати, и не летают рядом с границей Украины. Прекрасно понимают, что мы будем сразу работать на поражение. А вот
со странами натовскими, они даже заходят на их территорию. Вот, вот разница в восприятии одной и другой стороны. Провокують, намагаються, так би мовити, взяти на слабо. Подивимося, якою буде все ж таки реакція. Можливо, це тільки початок історії. Пане Романе, ми вам дуже дякуємо. Роман Світан, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі.